Слушай, может быть, по бокальчику красненького? Почему бы и нет? Я не специально с утра к день не задался. Расслабься, дружище. Я давно мечтал избавиться от этой рубахи. Все пучком, красавчик. Представляешь себе? Он поднимает морскую звезду. Она на суше всего 5 секунд живет, дурачок. Он даже и не знал вообще. Дружище, а ты тяжеленький. Юрий Владимирович, я запорола годовой отчет, и теперь нас вызывают налоговую. Не понимаю, что делать. Зайка моя, это всего лишь бумажки. Так что шагом марш домой. Я сам сюда делаю. Бегом-бегом. Блин! Как решать будем? Не ругаться же мы будем за куска металла. Ну, поехали! Друзья, мне искренне хотелось бы, чтобы наша реальная жизнь была такая, как в моем видео. А пока вместе с Аква Минерале мы можем потренироваться и сделать наш интернет немножко мягче. Лизочка, ой, поправилась. На тебе хорошо. Пальтишко немножко не по размеру, но цвет уникальный. Доченька. Лизочка, девочка моя, сама убираешься? Нет, у нас домработница. Да, понятно. А я, сынок, в нашей семье сама убиралась. Ну куда ты в этой жеванной рубашке-то пошел? Снимай быстро, я сейчас поглажу. Лизочка, я, конечно, понимаю, что телефон важнее, но куда ты в таком виде своего мужика отпускаешь, а? Дети мои, ты что это вы едите-то, а? Мам, это доставка еды, ями-ями. Это очень вкусно, попробуйте. Слушай, дорогая моя, ты вообще его перестанешь кормить скоро, да? Мама. Ну, иногда поесть можно, но... Не смотрю. Я только полотенчика. Мама, блин. Юра, ну что, лето? Лето? Сказка. Ссорился со своим Никитой. Даронька. Смотри видос, короче, просто обожаться. Сейчас, подожди, вот сейчас. В конце самое сейчас смешное вообще. Ну а я как бы думаю, блин, у меня же как бы семья, понимаешь, отдыхать хочется, и дети... Давайте какое зрение? -4. Не, ну не надо, ну не надо. Как ты в них видишь вообще? Ладно, давай. Видишь, пить не касаясь горлышка. Я что, лох, что ли? Вот сучка. Юр, ты что, офигел? Что это такое? Очень интересная подача. Пипец, такая Регина Дубовицкая, блин. Лиза! Лиз, ну давай, открывай, в чем дело? Что... Я знаю, что ты держишь ногу. Лиза, да ты достала, иди отсюда! Юра! Юра, как ты меня достал, включи свет! Mm-hmm.
Как напрасно думала я. Парень постоянно написывает, только ты никому. Об этом точно никто не узнает. Точно они не идут? Бери и не думай. Полный восторг. Как думаешь, может, все-таки не стоит? От одного тортика еще никто не умирал. До лета еще так далеко. Лиз, как у мальчик симпатичный. Вообще ни о чем. Ой, Лиз, смотри, какое платье. Забудь о нем, это уже давно не модно. Красотка, я не могу купить счастье, однако я могу купить корабль, на котором мы уедем сегодня вдвоем. Я вся твоя. Девушка, то есть мы тут с друзьями не поспорили, немного сможете ли вы ответить? Слушай, ты кто такой? Подарить? Ну отсюда, усатый. Ну не в этот раз. I keep it shining everywhere I go. Это коммунальная. Юль, может, поможешь, а? Лиз, вообще-то я занят. Доброе утро, любимая. Доброе утро, любимая. Лиз, что по завтраку? Можно подумать, от тебя розами пахнет. Слушай, малыш, а не хочешь в спортзал начать ходить? Заодно к лету приведешь себя в порядок. Приведешь себя в порядок. Давай, давай. Ют, смотри, какой свитерок классный. Ну ладно, пойдем уже. Ну крепыш. Крепыш. Мама очень похожий салат на дачу делала. Только с лучком. Юр, как тебе эта фоточка? Нормальная. Нормальная? Чего мы нарушаем, Елизавета Сергеевна? Поаккуратнее на поворотах, Елизавета Сергеевна. Счастливого пути. А я дико извиняюсь, девушки, но банк не принимает вашу карту. Когда каждый мечтает с тобою лова-лова гинтова. Я сам все улажу. Увы, у вас отказ по кредиту. Может быть, рассмотрим более бюджетные варианты? Если ты накрутишь бигуди, жиря, оденешь выход, так тебя с ума сойти. Зачем вы вообще сюда пришли? Вы нам не подходите. Когда кружишься в танце, пожалуй, я готов пересмотреть свое решение.